4, Russia, number 5, Belarus. To the ring, welcome. Amina Zidani, France. Kitty Nagy Cornelia, Hungary. Thank you.
seconds out. Seconds out. Yeah.
In this fight, the winner of red corner, Amina Zidani, France. В этом бою победу одержала боксер красного угла Амина Зидани, Франция. Второй бой судейской бригады в составе рефери Cyprus, number one, Finland. Number 2 – Slovakia, number 3 – Mongolia, number 4 – Belarus, number 5 – Azerbaijan. Fight number 2. To the ring, welcome.
seconds out. Round two. Seconds out. Round three. Weiter, weiter! Jetzt, jetzt nochmal!
In this fight, we need Redkona, Artel Fitiliva, Russia. В этом бою победу одержал боксер красного угла Арнелла Хитеева, Россия. Третий бой. Судейская бригада в составе. Рефери, Russia. Number one, Germany. Number two, Belarus. Number three, Mongolia. Number four, Russia. Number five, Kazakhstan. Fight number three. To the ring, welcome. Huan Chung Hong, Chinese Taipei. Ricky Nesbitt, Ireland. Килограмм. Весовая категория до 52 килограммов. I
seconds out. Round two. Seconds out. Round three. Inside it.
In this fight, within the red corner, Чуан Сун Хонг, Chinese Taipei. В этом бою победу одержал боксер красного угла. Чуан Сун Хонг, китайский Тайпей. Четвертый бой судейской бригады в составе. Рефери Финланд, номер 1 Словакия, номер 2 Сайпрус, номер 3 Германия, номер 4 Россия, номер 5 Азербайджан. Файт номер 4. To the ring welcome Ryutaro Nagakaki, Japan. Абай Квандыков, Казахстан.
seconds out. Round three. In this fight, winner blue corner, Абай Куандыков, Казахстан. В этом бою победу одержал боксер синего угла, Абай Куандыков, Казахстан. Республики Калмыкия вручается супервайзеру АИБА на чемпионате мира по боксу среди студентов мистеру Мухаммеду Камелу Шабибу. Под ваши аплодисменты подарок вручает советник главы Республики Калмыкия Балдашинов Лев Владиленович. Honorable
Владимирович is presenting this gift. Поаплодируем, уважаемые друзья. Супервайзер АИБА, мистер Мохаммед Камел Шабиб. Респект Федерации спортивной борьбы Республики Калмыкия и советнику главы Республики Калмыкия Балдашинову Льву Владиленовичу. Поаплодируем. Sorry, thank you very much. Wrestling Federation of Almikia. This cup not for me. This cup for all revenue judge and all ITOs and all volunteer. Thank you very much to make this tournament success. All people from Alista, Boxing Federation of Alista and all revenue judge, thank you very much. Спасибо большое. And I don't forget Medical Commission and Chairman of Medical Commission, Mr. Muhammad. This cup for you also. Thank you very much. Thank you, Doctor. Make this tournament success. Thank you very much. Thank you. Уважаемые друзья, на наших соревнованиях присутствует в качестве почетного гостя чемпион СССР, многократный чемпион России, многократный чемпион Вооруженных сил России, четырехкратный чемпион мира среди военнослужащих, трехкратный призер чемпионата Европы, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, лучший боксер Европы 98 и 2000 годов. Чемпион Олимпийских игр в Сиднее. Лучший тренер мира 2015 года. Заслуженный мастер спорта Александр Липзяк. Поприветствуем его. Multiple champion of Russia, multiple champion of the Russian military, fourfold champion of the world among military, threefold prize winner of the Euro Championship, twofold champion of Europe and world, best boxer of the Europe in 1998 and 2000, Olympic champion in Sydney, best trainer of the world in 2015, Александр Левзяк. Уважаемые друзья, мы продолжаем полуфинальные поединки. Пятый бой судейской бригады в составе рефери Russia. Number one Азербайджан. Number two Словакия. Number three Казахстан. Number four Cyprus. Number five, Germany. Fight number five. To the ring, welcome Dmitry Asanov, Belarus. Munarbek Saidbek Oğlu, Kyrgyzstan.
seconds out. In this fight, winning a red corner, Dmitry Asanov, Belarus. В этом бою победу одержал боксер красного угла Дмитрий Асанов, Республика Беларусь. В Берлине, профессор кафедры единоборств Воронежского института физической культуры, почетный гражданин города Воронеж, заслуженный мастер спорта СССР Абаджан Валерий Аршалуисович. Поприветствуем его!
today we have special guest, absolute champion of the USSR, two-fold champion of the USSR, silver prizer of the international tournament Druzhba 84 in 19. Lennox News, Professor Валерий Абаджан. И, уважаемые друзья, продолжаем полуфинальные поединки. Шестой бой. Судейская бригада в составе. Рефери. Словакия. Number one. Белорус. Number two. Финланд. Number three. Монголия. Number four. Германия. Number five. Cyprus. Fight number six. To the ring invited. Габил Мамедов, Russia. Ержан Ордабаев, Казахстан.
seconds out. Seconds out. Round three. Thank you.
In this fight, winner a red corner, Gabil Mamedov, Russia. В этом бою победу одержал боксер красного угла Габил Мамедов, Россия. Уважаемые друзья, я с удовольствием представляю почетного гостя наших соревнований. Чемпиона СССР, чемпиона Европы, кандидата педагогических наук, профессора и проректора Уральского государственного университета физической культуры, заслуженного мастера спорта СССР Галкина Петра Юрьевича. Поприветствуем его! Champion of the USSR, champion of the Euro, Professor Galkin Petr. Уважаемые друзья, представляем исполнительного директора Российского студенческого спортивного союза, члена оргкомитета по проведению чемпионата мира по боксу среди студентов Киселева Дмитрия Алексеевича. Поприветствуем его. The director of the Russian Student Sport Union, member of the organizing committee of the World University Boxing Championship, Dmitry Kiselev. Уважаемые друзья, продолжаем полуфинальные бои. Седьмой бой, судейская бригада в составе рефери Казахстан. Number one, Germany. Number two, Belarus. Number 3 – Азербайджан. Number 4 – Монголия. Number 5 – Финланд. Fight number 7. To the ring welcome. Hong Ming Pan, Chinese Taipei. Аким Набиуллин, Russia. Весовая категория до 69 килограммов. Thank you.
seconds out. Seconds out. Thank you.
In this fight, the winner, red corner, Hong Ming Pan, Chinese Taipei. Веда мою победу одержал боксер красного угла Хонг Минг Пан, китайский Тайпей. Уважаемые друзья, напоминаем, что завтра начало финальных поединков в 17 часов. Внимание у спортсменов, тренеров. Взвешивание завтра с 8 до 9 часов. Tomorrow the start of the final fights will be at 5 o'clock in the afternoon. And waiting will be from 8 to 9 in the morning. Итак, продолжаем полуфинальные поединки. Восьмой бой. Судейская бригада в составе. Рефери Азербайджан. Number 1 Germany. Number 2 Cyprus. Number 3 Belarus. Number 4 Finland. Number 5 Slovakia. Восьмой бой. Fight number 8. To the ring, welcome. Big Bolat. Nine kilograms. Весовая категория до 69 килограммов. Пиш, 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 пиш
Seconds out. Thank you.
seconds out. Round three. In this fight, within the red corner, Мирбулат Курамысов, Казахстан. В этом бою победил шоу-боксер красного угла Мирбулат Курамысов, Казахстан. Председателя контрольной комиссии Международной федерации университетского спорта на чемпионате мира среди студентов по боксу. Марко Зунич, Хорватия, поприветствуем его. Number 4, Germany. Number 5, Cyprus.
Fight number 9. To the ring invited, Magomed Rasul Suleymanov of Russia, Jabrail Yelekov, Azerbaijan. Thank you.
нас борба. Seconds out. Seconds out. Я вам не хотел. Не знаю,
In this fight, we win a red corner, Magomed Rasul Sulaymanov, Russia. В этом бою победу одержал боксер красного угла, Магомед Расул Сулейманов, Россия. Уважаемые друзья, напоминаем, завтра... Number one, Mongolia. Number two, Slovakia. Number three, Kazakhstan. Number four, Azerbaijan. Number five, Cyprus. Fight number 10. To the ring, invited. Gleb Shishkevich, Belarus.
seconds out. Round two. Seconds out. Round three. Come on, come on, come on.
In this fight, the winner, Blokona Shabos Nigmatoloy of Tajikistan. В этом бою победу одержал боксер синего угла. Over 91 kilograms, весовая категория свыше 91 килограмма. Нам
number 4, Finland. Seconds out. Gracias.
In this fight, the winner, Lukona, Gurgen Moganisyan, Armenia. В этом бою победу одержал боксер синего угла Гурген Моганисян, Армения.
Вши 91 килограммов. Seconds out. Yeah.
seconds out. In this fight, the winner, Lukona, Pavel Tarashilov, Russia. В этом бою победу одержал боксер синего угла, Павел Тарашилов, Россия. Ну, дорогие друзья, на этом соревновательная программа сегодня.